Привет, друзья! Я Александр Кушнарь, это канал NewsAider. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что встреча между странами НАТО и Россией могла бы пройти 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе Альянса. И тем самым фактически руководство НАТО подтвердило готовность вести диалог с Россией. Тот самый диалог, на котором на самом деле давно настаивал и сам Столтенберг, поскольку в действительности ведь это именно он и именно руководство Альянса все эти 2,5 года предлагало России провести круглый стол. Однако Россия отказывалась, и в результате Совет НАТО Россия фактически бездействовал на протяжении последних 2,5 лет. Отказывалась именно Москва. И вот теперь, после того, как Путин выдвинул фактически ультиматум Североатлантическому Альянсу, Альянс сказал: мы не будем обсуждать вот эти требования, но мы можем вернуться, в принципе, к тому диалогу, о котором мы и говорили. И в самом по себе диалоге нет ничего плохого, как нет ничего и хорошего, ведь все зависит от того, чем наполнить этот диалог. И здесь нужно обратить внимание на очень важную деталь, а именно, что ровно в тот же день, 12 января, то есть тогда, когда предположительно могла бы пройти встреча между Москвой и странами НАТО, состоится еще одна встреча. Встреча начальников генеральных штабов стран НАТО в Брюсселе. И понятно, что это не совпадение. Очевидно, что сам факт назначения встречи начальников генштабов НАТО именно в тот же день, когда должна была бы пройти и встреча между российской стороной и НАТО, это четкий сигнал Кремлю, в котором, соответственно, российское руководство должно прочитать следующее. Североатлантический альянс ни в коей мере не пойдет на уступки российскому режиму в том, что касается суверенитета НАТО в целом и отдельных его стран, в том числе стран Восточной Европы. Добрым словом и пистолетом можно действительно добиться большего, чем просто добрым словом, разговаривая с бандитом. Ну так вот, с российским бандитом будут разговаривать с помощью доброго слова и пистолета. Начальники генштабов в Брюсселе, очевидно, будут обсуждать вопросы, связанные с тем, как реагировать на те или иные российские угрозы. В этом нет никаких сомнений. Никаких сомнений в том, что на этой встрече будет обсуждаться то, как выстраивать оборону в тех регионах Европы, на которые российский режим фактически претендует с точки зрения сферы влияния. Поскольку, я напомню, что в списке тех требований, которые изложил Путин Североатлантическому альянсу, значится и такой момент, что НАТО должно вывести свою военную инфраструктуру из стран Восточной Европы и привести ее в соответствие с позициями на момент мая 1997 года. Последние события показывают, что НАТО будет делать ровно обратное. То есть не просто не соглашается с требованиями Путина, а напротив делает все то, чего Путин не хочет. То есть усиливает свои позиции на восточноевропейском фланге. И мы видим здесь разговоры в НАТО и о том, чтобы направить дополнительные американские войска в такие страны, как Болгария и Румыния. Мы видим и передачу Литве дополнительных ракет «Джевелин». И мы видим в том числе и реакцию таких стран, которые хотя не являются членами НАТО, но являются партнерами НАТО, именно Финляндии и Швеции, которые направлены на укрепление своей обороноспособности. Финляндия только что объявила о покупке 64 самолетов 5-го поколения F-35, а Финляндия — это страна, которая имеет самую протяженную среди всех стран Евросоюза границу с Россией. И понятно, что вот такое беспрецедентное количество этих передовых машин означает, что она готовится к долгосрочному периоду противостояния российскому режиму вплоть до возможного участия в конфликте с Россией, потому что такое количество самолетов необходимо для такой маленькой страны, как Финляндия, с ее населением в 5,5 миллионов человек, только в одном случае, если она реально считает, что Россия может угрожать ей, и, соответственно, что может быть большая война. Аналогичным образом ведет себя и Швеция, которая в последние годы, особенно вот в последние месяцы,
действительно усиливает свои военные возможности и расширяет военное присутствие в регионе и увеличивает количество учений. И прямо ее власти говорят о том, что их очень беспокоит российская агрессия и что шведские власти, соответственно, готовы проецировать силу, в общем-то, не только непосредственно у своих границ, но и далеко за их пределы. И в том числе они намекнули, что будут реагировать в случае, если Россия нападет на Украину. Но и самое главное, нужно иметь в виду, что на этой встрече НАТО с Россией будут участвовать лидеры стран Восточной Европы. Вот тех самых стран, которым, собственно, вот сейчас Владимир Путин и угрожает. И вот эти вот лидеры этих стран, или их представители, которые будут направлены вот на эту встречу между НАТО и Россией, конечно же, скажут России все, что они о ней думают. И в первую очередь, очень резких и жестких слов российскому режиму, точнее его представителям на этой встрече 12 января, стоит ждать от таких стран, как Польша, Литва, Эстония, возможно, Латвия и, вероятно, Чехия. Мы видим, как те же польские власти вообще считают, что сама встреча с Россией в любом формате после вот такой вот хамской формы обращения, как вот этот ультиматум, вообще не имеет смысла. Впрочем, нужно понимать, что России эта встреча нужна в первую очередь для того, чтобы поговорить с представителями американской администрации. А там, конечно, есть немало ястребов, то есть тех, кто полагает, что с Россией нужно говорить жестко, но, опять же, и очень немало тех, кто полагает, что с Россией нужно вести прагматичный разговор. И просто чтобы вы понимали, достаточно взглянуть на интервью, которое недавно дал бывший помощник Буша Томас Грэм, чтобы понять, что тех, кто готов пойти на сделку, которую предлагает сейчас Путин, в американском истеблишменте не то чтобы немало, но они есть. И, возможно, Томас Грэм один из наиболее мягких, можно сказать, представителей вот этой группы, который считает, что да, часть требований Путина можно удовлетворить. И он, в частности, говорит, а почему бы, например, не дать гарантии Путину о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, например, в течение 20 лет? Или, например, почему бы не дать Путину гарантии, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО не будут проводить учения рядом с российской границей? Почему бы не дать Путину гарантии о том, чтобы не развертывали страны НАТО свои те или иные системы вооружений возле российских границ? И, конечно, это было бы катастрофой, если бы в администрации Байдена прислушались к подобным рекомендациям. Потому что я напомню, что Россия известна тем, а точнее говоря, Владимир Путин известен тем, что он нарушает все договоры. Путин и так уже разместил свои ракетные системы наземного базирования в нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности. И именно это нарушение стало причиной, по которой администрация Дональда Трампа вышла из этого ракетного договора. Это ведь Владимир Путин сейчас сконцентрировал войска возле Украины. Именно Владимир Путин оккупирует Украину. И украинские военные и мирные жители гибнут из-за этой войны, которую ведет Россия против Украины. И после этого Томас Грэм говорит о том, что НАТО должно отступить. Оно должно пообещать не принимать Украину в альянс. НАТО должен прекратить военные учения. НАТО должен не размещать ракетные системы, когда Россия их уже разместила. Это стало бы невероятной уступкой Путину и показало бы и ему, и, между прочим, китайской автократии, что Запад действительно очень и очень слаб. И именно поэтому так важно, что вот на этой встрече с Путиным или с его представителями 12 января будут присутствовать те страны Восточной Европы, которые знают, что такое российский режим, как с ним надо разговаривать и как нужно отвечать на ультиматумы этого режима. Я уверен, что если бы все зависело только от восточноевропейских стран, они бы прямо заявили Владимиру Путину о том, куда ему идти вот с этими гарантиями, с которыми он вышел. Но западный мир состоит из людей, которым нужен разговор. Нужен диалог, нужно умиротворение и нужно успокоение.
Главное, чтобы это успокоение сочеталось действительно с демонстрацией военной силы. Но нужно помнить о том, что 28 декабря будет саммит в Петербурге стран СНГ, куда российский режим приглашает, соответственно, лидеров вот тех постсоветских стран, которые, в общем, являются откровенными сателлитами Москвы. И совершенно понятно, что на этой встрече точно не будет ни представителей Грузии, ни представителей Украины, но там будут представители других постсоветских стран. И совершенно понятно, что хочет Владимир Путин сказать этим лидерам. Очевидно, он будет готовить их к тому, чтобы они просто-напросто приняли вот эти требования Путина, которые обращены к НАТО, и которые на самом деле, конечно, обращены прежде всего к этим постсоветским странам, суть которых заключается в том, что эти постсоветские страны должны оставаться колониями Москвы, а не пытаться даже и задумываться о том, чтобы двигаться евроатлантическое сообщество. Владимир Путин, по сути дела, на этой встрече заявит о восстановлении уже практически официально, да, советской сферы влияния и отчасти даже восстановления Советского Союза. Вот с такими картами он пойдет на эту встречу с НАТО. В принципе, с учетом того, какие заявления достаточно жесткие были сделаны в последние дни и недели от Столтенберга до, в общем, и Евросоюза, и G7, да и Соединенных Штатов, все они пригрозили, как мы помним, Путину серьезными санкциями в случае вторжения в Украину. Вот если учитывать это все, то вряд ли на встрече НАТО с российским режимом будут какие-то прорывы. Скорее все это сведется к тому, что НАТО будет пытаться разговаривать с Владимиром Путиным именно как с пациентом. Следующий год это будет год истины для евроатлантического сообщества. Посмотрим, чего оно на самом деле стоит. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и при желании поддерживайте нас через Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорого!